Вот такая вот тут деревушка. Очень такая красивая. Нашему ребятенку стало плохо, поэтому мы здесь остановились. Вот такая женщина приветствует всех. Стрелиция цветет. Тут такой вот прекрасный водопад. Тут пчелка шуршит. Пчелюшка, пчелюшка, пчелюшка. Вот такой вот красивый вид. А? Вас? Что-то там нашли они. Тут кто-то шапку свою забыл. Дворник метет. Это их местный такой вот колорит. Здесь вот такие огромные деревья. Летом хорошо под ними сидеть. Оливковое дерево. Солнышко светит. Отель был прекрасен, но только время мало было на него. Мы даже его весь не обсмотрели. Ой, это как красиво, он тут еще сверху насадили. Цветочки все нюхают. Да, роза, роза, да. А, я. Да, парадиз тоже там сделала. Смотрю, ага. Ребенок впервые красоту увидел. О, вот это тоже дерево красивое. Необычное. Синя кукда ганц интересанта баум. Это дерево, смотри, какое интересное. О, какие вон это кучерявые пальмы. Азугизендас. Ага. Я тоже видео сделал. Смотри, они как цветочки. Смотри. Ну да. Как классно, да? Смотри, а их можно дома иметь. Ой, пальма тоже такая ухоженная. Я ухожу, все. Тут фига. Такие разжиревшие еще это. Ой, нарциссы что ли цветут? Они как цветы, да? Смотри, там нарциссы цветут что ли уже? Или нет? А, подожди. Это же нарцисс. Это кукмаль нарциссен. Это же нарцисс. Это же нарцисс. У меня такие тоже мы есть, да? Да, это нарцисс кустовые, видишь? А вот это гортензия. Это кукмаль нарциссен. Нарцисс. Ну, красота. Пошли. Пошли, пошли. Ой, смотри, вот это ты видела, да, растение? Ну, это такое вот. Видела то растение? Нет. Посмотри вон. Ребенок радуется, бегает. Обсматривает каждый кусточек, цветочек. Фонтанчик хорошенький, мне понравился. Солнце появилось. То появляется, то исчезает. Ой, дерево. Ой, женщина такая вообще. Как будто на самом деле женщина стоит. На этом дереве я заканчиваю.